нашей семье скажу «да». Я как-то вообще не думал о том, какой он там может быть. Я, единственное, что я очень хотел пацана. Вот это я очень хотел. Пришел домой вечером. Он там что-то на ручках сидел. Папа! Очень четко сказал. И я прям прослезился тогда. У нас с ним какая-то вот особенная связь. Вот он пришел. Ты пришел ко мне? Поговорим? Это мама мухочка туха. Да? А папа кто там? А папа кузнечик. Кузнечик? А ты кто? Я таракан. Ты таракан? Хорошо, ты говоришь. Вот люблю его безумно, то есть тут ничего другого не скажешь. Я вижу его, и для меня это каждый раз как какое-то чудо. То есть вот он настоящий. Мне все время кажется, что он стал немножко другой. С утра еще был один, когда я уходил, он спал. Сейчас он уже немножко другой. Это повзрослее уже. Мне часто там друзья зовут куда-то пойти, а мне всегда хочется вот прийти домой. К сыну, к жене. Сейчас он вообще, это все, это начался тот период, когда это не просто там, почему там трава зеленая. Мне говорят, а что такое терпение? Я говорю, садись, сына, нам пора поговорить. А иногда он просто подходит и говорит, пап, включи музыку. Хочу танцевать. Ты включаешь, он выдает такое, что он душит. Он как бы все время говорит, хочу на сцену. Когда уже на сцену? Ты танец выучил? Будешь хорошо танцевать? Потанцевал. Я жутко переживаю. Если бы я сама шла выступать, я бы не так переживала. Я знаю, что он может. Настя знает, что он может. А вот очень многие люди не знают. Хочется, чтобы знали. Вот, как-то так. Yeah.
Україна має талант. Руся, не переживай, з татом все добре. Як справи? Да. Да, прекрасно. Ти знаєш, дивлюсь на тебе і розумію. Ось хто по-справжньому проживає все, що відбувається з ним на сцені. Да. І спробуйте після цього сказати «не вірю». Слава, ти як думаєш? Я с тобой тоже согласна. Да, я знаю, что говорить. Да. Таякан и его папа Кузнечик просто чудесны. И это, наверное, единственный таракан в мире, на которого смотришь с удовольствием, которого просто хочется поддерживать и, более того, хочется взять на ручки и прижать к себе. Потрясающее выступление. Ну, что можно сказать? Просто трогательно. Да, можно сказать «да», и можно сказать, что это было трогательно до слез. До слез счастья. Да, вот он меня понимает. Чудесное выступление. Ігорю, що ти скажеш? Я скажу, що, ну, я не знаю, як можна в 2,5 роки так танцювати. І що буде там за 20 років? Просто неймовірно, неможливо подумати. Я не знаю, папа, як можна змусити вчити хлопця. Я розумію, що танець, іграшки, там, робот, але все-таки він же ж повторює все це. Значить, він ще й може навчатися в такому молодому віці. Отыгрывает все, да, это він, поразительно. Він ще й грав. Ми самі удивились. Правда, я просто, ну, попробував. Я ніколи цього не робив. Ти молодець, що попробував, я тобі хочу сказати, що... Да. Да. Я, очевидно, не маю такого педагогічного таланту, щоб змусити... Не маєш. Да. Да. Спасибо, Сергій. Дякую. Дякую. Дякую, Ігорю. Молодець! Владе, пригадується мені, саме ти розгледів не лише танцювальний талант Русі, але й талант його батька. Не помилився? Ні, звісно. Мені здається, що такий дитина мог з'явитися тільки у людей, які не тільки безумно влюблені друг в друга, але й дуже люблять танець. Иначе бы вот такого таланта бы мы не увидели. А получилось не просто импровизировать, как это было на кастинге. Ребенок выучил весь номер. Я не понимаю, как такое могло произойти. Реально, ребята, вообще, это какое-то чудо просто. Танцевальное спасибо. Чудо. Спасибо. Спасибо вам. Дякую вам. Володя. Спасибо. Спасибо. Володя. Я невимовно вдячна вам за те, що ви є у нашому шоу, адже в наш час бачити таку самовіддану любов батька і сина – це справжнє щастя і справжній талант. І мені дуже хотілося б, щоб наші глядачі брали з вас приклад. Руся, тобі дуже пощастило з батьком. Да. Шановний нас четвертий і найголовніший судді. Тепер ці двоє у ваших руках. І якщо ваші симпатії на їхньому боці, якщо ви хочете ще раз побачити їх на нашій сцені, телефонуйте 0900 102 002 та надсилайте смс з кодом 02 на короткий номер 7766. Щойно розпочнеться голосування. Вам двом і від мене, і від глядачів велика подяка. Хай вам щастить сьогодні. Це були Ярослав і Володимир.